Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в ежегодном мероприятии Координационного совета армянских организаций Франции и выступил с обширной речью. Неурегулированный конфликт в Нагорном Карабахе – препятствие на пути продвижения архитектуры доверия и безопасности в Европе, цитируют Макрона армянские СМИ. Президент Франции отметил, что выборы в Азербайджане в начале февраля могут возыметь позитивное влияние и выразил надежду, что весной будет определенный прогресс в этом вопросе. «Установлены контакты между руководителями, и я вижу здесь путь», – сказал Макрон. Макрон обратился также к декларациям о дружбе между городами Франции и сепаратистского режима, установленного на оккупированных азербайджанских территориях, отметив, что соврал бы, заявив, что проблем нет, поскольку это невозможно юридически. Проблема этих деклараций в том, что они ставят на одну плоскость муниципалитеты Франции и органы местного самоуправления, которые не имеют международного признания, сказал он, напомнив, что Армения также не признала сепаратистский режим в Нагорном Карабахе. Между тем, армянская газета 168 ЖАМ, ссылаясь на собственные источники, пишет, что подходы премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные во время пресс-конференции относительно переговорного процесса по Карабаху и цитаты из прессы, вызвали достаточно серьезную обеспокоенность сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они восприняли этот шаг как попытку очередного проявления Пашиняном самодеятельности, что однозначно противоречит стратегии Минской группы. 29 января в Женеве министр иностранных дел Армении Зохраб Нацканян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Эндрю Шефером и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспершком. Как сообщает наш источник, сопредседатели имели достаточно жесткий разговор с Нацканяном по поводу формулировок Пашиняна по Карабаху, отмечает издание.